Значит, одно дело, значит, ученые, которые с точки зрения науки критиковали сталинскую версию истории и хронологии, а другое дело люди, имеющие свои вот предания, семейные предания о том, как была устроена история. Это аристократия, ну, в частности, русская аристократия, голос которой все-таки мы можем услышать, хотя он был к середине 19 века полностью задавлен. Однако в конце 18 и в начале 19 века этот голос был достаточно громкий, поскольку именно в то время в России стали, ну, в России стали писать свою историю по заказу царского двора Романовых. Немецкие профессора были приглашены, они стали писать русскую историю, и в том числе, значит, стали печататься переводные книги по римской истории. И вот, например, книга Шарля Ролена о начале Рима была напечатана, переведена и напечатана в 1761 году. Вызвала гневное возмущение русских аристократов, их было немного уже к тому времени, большинство было вымыто, но тем не менее оставались люди с семейными преданиями. И вот один из них, Петр Никифорович Крепшин, личный секретарь Петра I, новгородский дворянин, жил он, по-моему, в Ярославле, и, по-моему, даже книжка, его работа, по-моему, даже в Ярославле, насколько сейчас помню, лежит в библиотеке. Он написал критику на эту книгу, вот он ее прочитал, она была опубликована, он написал критику. Значит, эта критика не была напечатана, она существует в рукописи. И в ней Крепшин возмущается вот такой историей Рима, и основная тема его возмущения в том, что история Рима полностью отделена, хронологически отделена от истории России, что русская история поставлена на хронологической шкале существенно позже римской, то есть они просто несовместимы, и получается, что история Рима развивалась и жила без русского участия. В то время как Крепшин из своих там семейных преданий, из преданий русской аристократии, был уверен в том, что русская история теснейшим образом переплетена с римской, что там наши предки воевали с Римом, воевали за Рим, воевали в войсках Навуходоносора, там много разных преданий было у них, которые теснейшим образом связывали римскую и русскую историю. Вот, прочитав эту книгу, Крепшин возмутился и написал вот такое сочинение. Ну и, кстати, даже если вот вы посмотрите, как русские художники изобразляли русскую, древнерусскую историю в 17 и 18 веке. Ну, в 17 веке я не знаю таких картин, а вот в 18 веке есть известная картина, Святослав, по-моему, возвращается или с войны, или уходит на войну, не помню сейчас точно, как это называется. И там Святослав, князь Святослав, прощается, по-моему, или наоборот встречается со своей семьей, он изображен в чисто римских одеждах, совершенно римский воин Святослав. Никаких вот современных представлений о том, как выглядели там древние русские, как не было. Это все появилось на картинах художников середины 19 века, которые посчитали уже Карамзина. Вот. До этого, если возьмете какие-нибудь летописи лицевые там, с картинками, да, древнерусские и древнеримские войны изображаются совершенно одинаково. Вот в этих вот панцирях, в этих таких кожаных юбках из полос, да, времен до огнестрельного оружия, когда они там стояли на конях, у них были такие юбки, потому что там от старого оружия они защищали из толстых кожаных полос. До сих пор у казаков, кстати, сохранились такие висюльчики на поясах, это остатки, то есть древнеримская амуниция. Вот. И вот этот голос русской аристократии, он был задавлен просто школьным обучением в середине 19 века. Их детей просто переучили в школах.
и они об этом забыли. Немало загадок связано и с русскими царями. Например, принято считать, что во времена Ивана Грозного Россия была государством слабым и не имела большого влияния на своих соседей. Но вот интересный факт. И по сей день в европейских музеях хранятся письма Ивана Грозного европейским монархам, тон которых вызывает изумление. Вот, например, как звучит письмо Ивана Грозного королю Швеции Густаву I, подлинник которого хранится в шведском архиве. «Ты мужичий род, а не государский. Когда же новгородские наместники великого государя-царя русского пошлют своего посла к королю Густаву, то Густав, король шведский и готский, должен будет перед этим послом целовать крест. Тому быть и невозможно, что тебе мимо наместников с нами ссылатися». То есть Иван Грозный вовсе не считает шведского короля своим ровней. Читаем далее. «А что мы короля Арцемагнуса пожаловали городом Полчевым и иными городами, так мы с Божией волею в своей вотчине вольны. Кого хотим, того и жалуем». Получается, Иван Грозный считал Европу своей вотчиной, а тамошних монархов – вассалами, которые даже не имели права обращаться к нему напрямую, а только через посредников. А объяснял он это так. «Мы от Августа Кесаря родством ведемся». Но, может быть, это пример единичный, связанный с тем, что Густав I был королем не наследным, а избранным. Тогда вот еще письмо Ивана Грозного, адресованное другому европейскому монарху, Елизавете I Тюдор. Оно хранится в Лондонском архиве. Здесь царь Иван называет себя уважительно «мы», а к английской королеве обращается свысока на «ты». А в конце письма даже называет ее пошлой девицей. Такой пренебрежительный тон историки объясняют психическим нездоровьем Ивана Грозного. Почему же тогда европейские монархи признавали его родословную? И мог ли Иван Грозный действительно быть потомком Августа? Ведь их разделяет 1500 лет. Или все-таки гораздо меньше? И вот еще пример. Одно из национальных достояний Франции – старославянская Библия, которую привезла в подарок супругу Генриху I княжна Анна Ярославна, дочь Ярослава Мудрого. В течение многих столетий эта Библия использовалась при коронации французских королей. Почему славянская Библия стала семейной ценностью королей-католиков? Причем Генрих I лично встречал невесту на границе. Для французского монарха этот брак был намного почетнее, чем для русской княжны.